Сегодня вместе со мной Чала Юлия из Луганской области, из зоны военных действий. Как ты к Богу пришла? Из какой ты семьи? Вот с Богом встретилась в детстве или все-таки сначала был путь без Бога? Бог меня, наверное, выбрал от рождения. Все время я знала о Боге, я молилась. Было время тайно молилась, как-то так даже стеснялась, может. Мы из православной семьи. Моя бабушка ранее была в наймах и была у верующих, у христиан, поэтому много чего она делилась, рассказывала нам, как надо делать, как не надо делать. И любовь к сиротам всегда прививали нам в детстве. Лет 12-11 мне было, в город приезжали миссионеры чернокожие, и мы очень любили, ходили слушать библейные рассказы, нам дарили там книжечки, брошюрки, хоть мы их не читали, но мы их с радостью все собирали. Нам было приятно, что нам уделяют время, внимание. Семья у меня была, мама, папа, нужды, брат родной, нужды у нас ни в чем в доме не было. Ну, как бы себе жили и жили. Но в один момент Бог коснулся и моего сердца. У нас недалеко от дома начали строить дом молитвы. Вначале это было намного ближе, чем православная церковь. И моя мама, можно сказать, пошла в разведку. Начала помогать, готовить дома кушать, носить строителям, постепенно разговаривая с пастырем. Однажды спросила меня утром: «Пойдешь со мной в церковь? Это ближе намного идти, нежели туда». Я согласилась. Ну и так мы начали ходить, поэтому все как-то было так ровно, гладко. Начали посещать, что не было понятно, начали спрашивать с мамой. Все, что нам рассказывали, мы все принимали с легкостью, в простоте сердца, со временем покаялись. И в один день с мамой приняли крещение. Слава Богу, что даровала хорошую семью. Ты вот, получается, с юности знала Бога, да? Ну, жила мирским. Да, ну, узнала жизни, Господа, да, уже еще в семье. Угу. А вот как дальше? Какую ты профессию выбрала? Как семейная твоя жизнь сложилась? Об этом немного. Профессию, можно сказать, я не выбирала. За покликанием на украинском языке. Я всегда хотела работать с детьми или в детской школе милиции, с трудными подростками или с сиротами, ну, хотя бы в садике. Но мама выбрала профессию за меня. В 90-х годах тяжело было куда-то устроиться, тем более на бесплатное обучение. Ну и мне под подлогом будешь вроде бухгалтером, а бухгалтер может работать везде. И в милиции, и в садике, и в школе, и где захочешь. Я стала бухгалтером. Увы, после окончания заведения я не попала ни в садик, ни в милицию, но я сразу попала в военкомат. И 10 лет я работала в армии бухгалтером. Никогда эту работу, можно сказать, не любила, но все время им работала. К детям все время меня тянуло. Я возле дома находила детей, с ними играла, о чем-то разговаривала. Маленькая с юности ходила по домам, нянчила детей, мне давали календарики и открытки. Мне доверяли этих детей, оставляли на меня. И я всегда этому радовалась, и это мне приносило какое-то такое, ну, огромное удовольствие. Но я работала бухгалтером. Ну вот время шло, наверняка тебе хотелось семью, своих детей. Вот семейная жизнь. Как этот момент случился? У вас семья необычная. Да. Вот как ты решилась выйти замуж за человека, у которого есть со здоровьем, ну, вопросы, трудности? Уверовав в Господа, посещая церковь, еще не приняв крещение, я сразу ринула в служение. Воскресная школа, лагеря. Сама я не посещала, поэтому я не знала, как это происходит, чего начинать. Но вот как меня Бог вел. У меня не было никакой дополнительной литературы, не было помощников. Но вот все время я так, возле детей. Я могла на работе взять свой отпуск, вместо моря его потратить на христианский лагерь, проведя где-то в церкви. Время шло, замуж хотелось, детей хотелось.
какое-то время уже мама стала мне говорить, что будет необычная семья. Вот постоянно она мне об этом твердила. Ну и вот однажды я познакомилась со своим мужем, будучи на служении в христианском лагере, по интернету, на христианском сайте. Как-то так все шутка слово за слово. И я забыла об этом разговоре на долгий месяц, может и больше. В лагере времени не было. Со временем я вернулась в интернет, на почту, увидела его там номер телефона, и он очень попросил, чтобы я ему позвонила. Позвонив ему, я не знала, что это будет мой будущий муж, он попросил, чтобы я посмотрела его фотографии на другом сайте, где я увидела, что он находится на инвалидной коляске. Так мы начали общаться, вроде бы просто как друзья. Меня интересовали одни вопросы: есть ли у вас лагеря в Луганской области, сколько у вас детей и церкви, и как бы больше особо меня ничего не интересовало. Но со временем я узнала, что он еще не является членом церкви, только в поисках Господа. Оказавшись на инвалидной коляске, от него отвернулись многие, в том числе близкие друзья, школьные друзья. Он стал не нужны никому, у него не было денег, у него не было, ну, обычно зачем приходят друзья, он перестал употреблять спиртные напитки, в общем, от него отвернулись семь, в том числе ушла жена. Родных и родственников он лишился 20 лет назад, в доме, где мы живем, ну, увы, расстреляли его семью, и он остался один. Поэтому как-то время шло, так быстро все закружилось. Нас повенчали в церкви. Мне пришлось с Киевской области переехать в Луганскую область, оставив все блага земные, любимую работу уже на тот момент, служение моих детей церковных. Это все было очень больно и печально. Но я переехала к мужу. Других вариантов у нас как бы не было. Но никто не знал, что через 4 года придет война. То есть ты переехала, и даже без войны жилось не сладко. Работы нет, все по-новому. И, да, наверное, немногие девушки мечтают о жизни с человеком, за которым все-таки надо ухаживать. Да? Это вот самоотдача. И это был серьезный шаг. Но жизнь шла дальше. Да. В Луганской области были ли лагеря? Было ли вот сразу то служение, которое тебе хотелось? Или душа тосковала? Ну, сразу я столкнулась с трудностями. Мне надо было идти прежде всего работать, жить за что-то надо. Маме я звонила, рассказывала, что у меня все великолепно, прекрасно, чтобы она ни за что не переживала, не говорила, что у нас трудности, материальные в том числе. У мужа здоровье как-то пошатнулось именно в этот год. Его родственники жутко обменяли меня. Один из родственников даже умудрился мою трудовую книжку проверить, не аферистка ли я, не приехала ли я у него дома там брать и его в интернат сдать. В общем, многое было, но я занималась поисками работы. Все-таки работу я нашла. В селе работала на почте. Зарплата была небольшая, хоть и начальник почты, но я была при работе. Жили, в принципе, как все, от зарплаты до зарплаты. За служением, конечно, я тосковала, очень соскучилась. В церкви, как раз, в которую мы сразу пришли, не было детского. Ну, как-то так за поисками работами служение отошло на второй, наверное, план. Все-таки через год я уже так возревновала за служением. И собрали мы детей, провели мы первый лагерь в этой церкви, начали воскресные школы понемножку проводить. Дети после этих лагерей стали к нам в дом приходить, ну, в основном за продуктами, которых у нас у самих не было. Ну, чем могли, тем делились, общались с этими детьми, ну, прежде всего, рассказывая о Боге. Ну, и так потихоньку двигалось наше служение. Собирали детей возле дома. Ну, пока тоже некоторые не приходили. Кто-то ругался, кто-то радовался, что дети вроде бы заняты. Ну, как-то так все шло ровненько, серенько. Война — это всегда неожиданность. Вот твои первые воспоминания о том, когда вы поняли, что война для вашей жизни – реальность. Ну, на момент войны у нас уже дома было трое детей.
первенец наш Бог благословил, ему было 10 месяцев, и перед войной мы разыскали его родных сестер 4 и 10 лет, девочки. Война, ну мы вообще не верили, что идет война, уже все говорили, уже видели эти обстрелы, уже на Луганск что-то сыпалось, уже мы слышали, уже окна дрожали. Но сердцем лично я этого всего не ощущала и не верила до последнего. Звонили верующие с многодетных семей, чтобы мы закупали продукты, муку, сахар мешками брали, что все закончится в магазинах. Это было все как в страшном сне, я абсолютно ничему не верила. Мы продолжали жить, в принципе, как и ранее жили. Ну, что-то купили, что-то не купили. Но в итоге все пришло, закрылись магазины, закончился бензин, начали стрелять каждый день с утра до ночи. С ночи до утра, и так круглые сутки, дети, закончились продукты, хлеб, хлеба не было, давали по буханке, но многое всего было. Но самое страшное было, что дома как бы все на твоих плечах лежит. Ну, я понимала, что Бог это все видит, и Бог допускает, значит, нам для чего-то надо здесь остаться. Ну, и такими же словами я молилась к Богу. И Бог сразу, не дожидаясь, дал мне ответ, что мы останемся здесь, и с нами ничего не случится. Коротко засвидетельствую, как это произошло. Когда мы уже остались дома без продуктов, без зарплаты, на работу я ходила долгих 9 месяцев бесплатно, как и все остальные люди, которые не выехали. Вот, и однажды мы ехали в воскресенье в церковь, транспорт, я упомянула, не ходил, бензина не было, ну, попутками добирались, нам остановился один мужчина, ну, у нас была там минутка познакомиться, кто куда едет, откуда, когда он услышал, что мы едем в церковь. Он начал радостно рассказывать со слезами на глазах, что он в эту церковь ходил, когда был маленький с бабушкой в воскресную школу. Он нам остановился возле церкви, мы вышли, он уехал. У меня было такое на сердце, что он вернется с хлебом в городе, может, он найдет, и он нам привезет. Но было разочарование, что церковь была закрыта. Пастыря многие поуезжали, церкви многие были закрыты, и села, ну, одни из первых закрылись. Но мы недолго думая, что нам делать дальше. Домой вернулись пешком. Час до дома пешком идти. Опасно, страшно. Верили, молились, ну, как-то так. И на утро я ушла на работу, когда я пришла с работы, когда начинались обстрелы, нас отпускали домой раньше. Я в обеденное время была дома, пришла, и мне старшая дочь говорит, что приезжал дядя, который нас вчера подвозил в церковь, и привез нам продукты, показали мне эту сумку, там были крупы, мед, детям сладкая вата и немножко конфет, хлеба не было. Вот, и как-то сразу мои глаза поднялись в небо, и я поняла, что это Бог. И я, ну, в прямом смысле услышала эти слова от Бога, что мы останемся здесь жить, Бог позаботится о нашем пропитании. Ну, а если мы остаемся с детьми, значит, понимала, что Бог нас и сохранит. Ну, на душе как-то легче, теплее стало, но волнения не проходили. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня историей своей судьбы, нелегкими испытаниями делилась Юлия Чалая.